Ну что, путешественник, вот ты пришел освободить эту жалкую челядь и спасти город от моего проклятия. Я пришел натянуть твой накрашенный глаз на твою тощую жопу. Тебе не остановить меня! Я возьму все души этого коротка для темного лорда. Пожалуйста, путешественник, спаси меня! А ну заткнись, грязная челядь! Как я сыграл? Ты был хорош. Неплохо, особенно для первого раза, так что... Ой, спасибо, спасибо такое большое, сэр. И жопа у вас не тощая, прям зачет. Да, спасибо, что заметил. А вообще, знаешь что, ты, может быть, в следующий раз ты не переигрывай так сильно прям. Просто будь в меру. Да. У меня получится. Спасибо, сэр. Спасибо большое. Да, и вообще, следующий путешественник приближается, так что ты потише. Да. А, путешественник! Вот ты пришел освободить эту челядь и спасти город от моего проклятия! Я ни слова не понял! Я заберу твою душу и душу твоего логопеда для темного лорда! Пожалуйста, путешественник, спаси меня! Больше, можно больше? Что ж, путешественник, ты пришел освободить эту челядь и спасти город от моего проклятия. Спаси меня, путешественник! Как я тогда? Может быть, советую? Да, на самом деле в этой сцене не так важен вопрос «как», важнее «почему». Что ж, путешественник, ты пришел спасти эту жалкую челядь! Я победит тебя, Терон, потом спасти всех лягушкой этот лес! А вот последний раз путешественник смеялся надо мной, но он же не должен смеяться, да? Да, он точно не должен. Но попробуй в следующий раз не засовывать руку в штаны. Пожалуйста, путешественник, спаси меня! Пожалуйста, путешественник, мне нужна твоя помощь! Пожалуйста, путешественник, спаси меня! Ну, было нормально. Заткнись, грязная челядь! Ты видел? Это было хорошо, это неплохо да, было. Да, мне тоже показалось. Да, это пока что точно лучше. Надо еще раз попробовать. Да. О, следующий идет, давай. Погнали, да. Ну что, путешественник, ты пришел... Сегодня мой клинок отведает на вкус твою жопу. Ну что, путешественник, ты пришел спасти эту жалкую челядь. Пожалуйста, путешественник, спаси меня. А ну тихо ты, челядь. А этот последний путешественник! Да, когда он думал, что победил и пошел спасать тебя. Да, ты просто готовил фаербол, и ему такой... Нет! Да, как же они горят. Жопы. Говоря о жопах, следующая уже подходит, так что... Да. О, кстати, я хотел тебе сказать, ты стал намного лучше, ты растешь прямо на глазах. Спасибо большое, сэр. Это очень много для меня значит. Да, ты молодец. Более того, послушай, я знаю, что это просто бонусный побочный квест. Но если хочешь, можешь появиться со мной в основной сюжетной линии. Сныться мне в пыль, ты серьезно? Да. Но там роль все равно небольшая. Посидишь связанный, помучают демоны, кочергу там жопу засунут. Я люблю, когда меня мучают демоны. Супер, рад поработать вместе. Ты в команде? О, сразу скажу, кочерга раскаленная, но это же опыт, правильно? Да. О, готовься. Да. Эй, ребята, темный лорд сказал мне, что я не смогу выйти, пока в телеграме Бэтвойса не будет 10 тысяч подписчиков. Пожалуйста, подпишитесь. Мне нужно посрать, пожалуйста, подпишитесь. Миллион уже нужен! Миллион! Миллион нужен! Пожалуйста, подпишитесь быстрее! Я так хочу срать! Подпишитесь быстрее!